15 октября в Хасавюрте состоялась пресс-конференция, посвященная ходу проведения конкурса «Открытый муниципалитет». В мероприятии приняли участие глава города Зайнудин Акмазов, первый заместитель главы администрации Каргали Каргалиев и исполнительный директор конкурса Султан Абдурагимов, который озвучил правила проведения конкурса, условия, систему экспертной оценки и статистику. В свою очередь глава Хасавюрта выступил с напутственными словами и заверил о том, что будет серьезная конкуренция. Более 200 заявок говорит о популярности конкурса и готовности людей на пути к решению проблем. Целью этого конкурса является выявление перспективных людей, которые могли бы, прежде всего, в будущем работать в управленческих структурах здесь, городского муниципалитета, наших организаций, учреждений муниципальных, чтобы они прошли и начальную школу управленцев, и руководящие должности в муниципалитете и наших учреждениях организаций. Как здесь было сказано, этап будет несколько этапов проходить. Мы постарались максимально привлечь для проведения нашего конкурса наиболее подготовленных для этого, для оценочных действий специалистов. Прежде всего, это специалисты университета народного хозяйства республики. Ну и другие, которые имеют практику работы и в министерствах, и в муниципалитетах. Стоит отметить, что Хасавюрт – один из первых городов, который перенял практику отбора управленцев на муниципальный уровень. В ходе пресс-конференции свои вопросы задавали журналисты ведущих республиканских телекомпаний РГВК «Дагестан» и ННТ, муниципальных телекомпаний «Гелиос» и «Салатавия», представители газеты «Дружба» и другие. Почему именно сейчас возникла необходимость проведения конкурса управленцев? Потому что вы видите, что то, что раньше происходило за 10 лет, сейчас происходит за год или за 6 месяцев, или еще быстрее. И менять надо и подходы к работе, управленческой работе. Такая необходимость назрела. Город Хасавюрт уже должен думать о своем будущем. Он немного в своих границах так ограничен, черта города уже не простирается вот, за большой дорогой, снизу, Бауманской дорогой. Поэтому здесь нужно совершенно другие принципы и подходы к управленческой работе. Нужно видеть перспективу города, как эту перспективу реализовать в жизнь. Какие управленческие решения нужно принимать. Поэтому крайне необходимо, чтобы здесь были люди, которые разбираются в экономике, будущей экономике, цифровой экономике. Конкурсу не зря дано название «Открытый муниципалитет». Это говорит о заинтересованности города в прозрачном и открытом отборе новых управленцев, которые готовы подниматься по социальному лифту и быть лидерами, отмечают организаторы конкурса. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».